новостях тут видел. У твоей сестры на свадьбе что-то страшное случилось, да? Убили киллера. Все нормально. А мы с тобой как два гадких утенка, которые хотели бы попасть в стаю белых лебедей. Ребят, вставайте. Ну, они тоже когда-то были гадкими утят. Будем знакомиться со всеми. Я вас приветствую. Паш. Приветствую. Я по-любому попаду в сборную. Олимпийскую. Так, все выстроились, да? Попади. Нет, не все. А ты не хочешь? Всех видно. А вас ждем, ребята. Видишь, у нас с тобой все общее. Лыжня, желание. Машка была. Ну что же, Кубок мира через неделю. Команда вылетает сегодня вечером. Вот наш костяк. Крутов, Кульчицкий, Опарин, Борцов, Широков, Устьянцев. Волнуетесь перед началом? Ну, конечно, это же естественно. Конечно, волнуемся. Но надеемся на хорошие результаты. После Кубка мира будет окончательно сформирована олимпийская сборная. Желайте нам удачи. Желаем удачи. Удачи. Спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо. Ребят, поздравляю вас, вы едете на Кубок мира. Соперники пожимают друг другу руки. Одну секундочку. Со временем я мог бы стать вашим менеджером. Как вы к этому относитесь? Очень отрицательно. Крутову достался 15-й номер. Коля, проиграешь Крутову, прощай олимпийская сборная. Нам это надо, у нас контракт снялся. На кону твои 3 миллиона евро. Нарисуй эту цифру перед глазами, и пускай она как путеводная звезда светить будет. Пашка не в форме. После того, как на свадьбе произошло убийство, его просто выбило из колеи. А знаешь, по чью душу приходил этот киллер? Чтобы Пашу Крутова убить. Крутова заказали? Кто? А кто ненавидит своего соперника? Кто рвется в олимпийскую сборную? У кого многомиллионный контракт? И кто потеряет эти денежки в случае неудачи? Мне дальше продолжать. Я? Крутова заказал? Ты что, больной, что ли, а? А ты за миллион евро избавился бы от Крута, а уж за 3 я озвучил твои тайные мысли. Я умею их читать. Я говорю тебе, чтоб ты взбодрился, мой друг. У тебя один путь – победить соперника. Выйди на старт и помни об этом. Только победа. Тогда свобода и деньги. Сука! Это последний предолимпийский этап Кубка мира по биатлону. На вашем экране легендарный Бруно Шнайдер. Многократный олимпийский чемпион, который совсем скоро приедет к нам в Сочи. Что касается российской команды, то в сегодняшней гонке преследования знакомые нам лица. Устьянцев, Широков, Опарин, Борцов, ну и новички. Здорово зарекомендовавшие себя Крутов и Кульчицкий. Им между собой придется бороться за одну единственную путевку в олимпийскую команду. У Кульчицкого будет небольшое преимущество, поскольку он стартует в 2 номерах после своего товарища по команде и будет знать то, как он продвигается по дистанции. В последнее время отношения между этими биатлонистами улучшились, но, как говорится, дружба дружбы, а табачок врозь. Буквально несколько секунд остается до того момента, когда Николай отправится в бой. И мы будем следить в первую очередь за междусобойчиком именно этих двух молодых биатлонистов, которым тяжело, тяжело с психологической точки зрения в этот день. Это что такое? Это что такое?
Находясь уже в стартовом створе, Кульчицкий снимает лыжи и уходит, отказываясь от гонки. На моем комментаторском веку такое происходит впервые. Я отказался от гонки. Диарея, температура. Тяжелое умственное расстройство. Что? Так получилось. Это мой выбор. Отлично. А у меня какой выбор? Дисквалификация. Что? Ты хоть отдаешь себе отчет, сколько в тебя вложили? Сколько государство на тебя потратило? Ты не за себя, ты за страну сейчас бежишь! Ты эти деньги отработать должен, в клочья себя порвать! А ты сейчас предал страну! Меня предал, команду! Всех, кто за тебя болел! Это твой выбор? Роман Алексеевич, у меня на то были веские причины. Нет таких причин! Нет! Я все рассчитал. Все предугадал. Но такого не ожидал. Ты дорого мне обошелся, Коля. Я улетаю сегодня. Да пошел ты! Чтоб я тебя вообще больше не видел! Как-то до сих пор не верится в то, что спортсмен стоял в стартовом створе и отказался от гонки не из-за болезни, не из-за травмы, а просто так, сняв лыжи и уйдя в раздевалку. Ну что ж, Крутову путь в олимпийскую команду открыт, но я думаю, что он сегодня будет рубиться, как говорится, и за себя, и за того парня. Очередной огневой рубеж, стрельба из положения стоя. Крутов поднялся на несколько мест вверх и ведет борьбу за медаль. Похоже, что ориентиром для себя он определил Бруно Шнайдера. В своих немногочисленных интервью наш спортсмен говорил, что считает этого биатлониста для себя идеалом, кумиром, эталоном. Шнайдер, кстати, мажет и отправляется на штрафной круг, позволяя Крутову замахнуться на что-то еще более серьезное, чем может быть бронза. Как часы работает на рубеже. Молодец, красавчик какой. И в погоню отправляется за Шнайдером. Вот теперь интересно будет сравнить скорость нашего биатлониста и одной из легенд мирового биатлона. Целая вереница соперников за спиной. Но похоже, что они не являются какой-то серьезной угрозой. Осторожно, здесь хорошо прошел упавшего Крутов, не зацепил его лыжами и продолжает преследовать Шнайдера. То приближается к нему, то отдаляется. Но вот здесь на спуске и затем уже на подъеме мы видим, что Шнайдер ушел. Ушел от Крутова. Завоевывает бронзовую награду, ну а наш спортсмен финиширует на итоговой 5-й позиции. Что ж, я думаю, что это неплохой урок для молодого, талантливого, амбициозного биатлониста.
Я Паш Крутов. Вы, you very good. Ну что, ты пятый из 88. У тебя ни одного промаха. Молодец. Бруно первый? Нет, он третий, у него 48. А, я думал, что он расстроился. А Коля как? Коля заболел. А? Как заболел? Скрутило, прямо на старте. А? Макс про тебя все знает. А? Кричал от восторга прямо в трубку. Значит, пятый. Ничего-ничего, нормально. Все хорошо. А? Ну, давай. Я хочу все отменить. Минутная слабость. Я об этом очень сожалею. Вы аннулируете заказ? Аннулирую. Уже не актуально. Верните аванс. Я заплатил, а работа не была сделана. Пишите. Я Марк Михайлович Табак. Сделал заказ на устранение Павла Крутова. Заказ не исполнен. В связи с этим я хочу вернуть свой аванс. В размере, сумма прописью и подпись. Вы с ума сошли? Какая расписка? Какая подпись? Марк Михайлович, пули летят в разные стороны. Я вас понял. Не нужен аванс. Мы с вами никогда не встречались. До свидания. Славика заказал скиф. Исполнил Лёша Кувалдин. Кувалдина на свете уже нет. Славик болтать стал много последнее время. Дурак. Вот скиф и решил двух зайцев одним выстрелом тебя к рукам прибрать и от Славика избавиться. Ну хорошо, кто Пашку заказал? Менеджер Кульчицкого. Не сам Кульчицкий? Заказчик Марк Табак. Угу. Серега, рискну тебе совет дать. Завязывай. Хрен с ними. С Маркеловыми, с Кифами, с Табаками. Они Славку убили. Тебе передали. Кто? Молодой человек, фамилии не назвал. А с каких-то пор мы стали принимать анонимные письма? А вдруг там отрава? Он сказал, что это имеет отношение к расследованию убийства Алексея Кувалдина. Марк Табак заказал убийство Павла Крутова. Ого. Идем. С января мы работаем единой командой. Устьянцев, Опарин, Широков квалифицировались еще на декабрьских этапах Кубка мира. Борцов был включен в сборную решением тренеров. Передайте, пожалуйста, микрофон вот девушке. Я даже знаю, о чем вы мне хотите спросить, Юлия Лозинская. Да, точнее, не о чем, а о ком, Роман Алексеевич. Павел Крутов, наш земляк, он был одним из лучших среди россиян на предновогоднем этапе Кубка мира. Почему вы ничего не говорите о нем? Павел Крутов прекрасно выступил в индивидуальной гонке. К тому же он является одним из лучших стрелков в сборной команде. Вы сказали в сборной? То есть в олимпийской сборной? Павел Крутов в олимпийской сборной. Роман Алексеевич, ну можно я вас поцелую? Спасибо.
заметно в меня ты ворвалась. Я оказалась на нуле, видимость. В твоем космосе можно легко пропасть и попасть под твою зависимость. А потом хоть кричи, хоть стой молча, пока твои когти меня топчут, проникая внутрь, доводя до комы. И я опять тобой сломан. Чтобы выступить хорошо, вам сейчас нужно начать все с чистого листа. Все свои былые заслуги, победы нужно забыть. Даже если ты олимпийский чемпион. Новая олимпиада – это не защита титула, а завоевание нового. Роман Алексеевич, мы все это понимаем. Да-да. Мы понимаем. Лучше уж умереть, чем проиграть. Ну, умирать не надо. Просто перед стартом скажите себе: это моя гонка. Я знаю эту трассу. И эту гонку я буду контролировать от начала и до конца. Роман Алексеевич, я... Пожалуйста, объясните, как с волнением справиться, а то Паша нервничает. Я не нервничаю. Ну, Паша, это первая олимпиада. Его волнение мне понятно. Просто ни в коем случае нельзя позволить эмоциям брать верх над собой. Так что, Паш, наслаждайся моментом. Не бойся его. С Богом! Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Олимпийский Сочи на лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», где сегодня состоится мужская спринтерская гонка биатлонистов. Присядь. Присядь, я тебе говорю. Без волнений, как мы с тобой говорили. Вначале резко не стартуешь. Самое главное — стрельба. Помнишь? Сотый раз, Макс, сотый раз. Ничего страшного, 101-й раз послушаешь. Приехал на рубеж, есть 16 секунд. Спокойно снимаешь винтовку, без нервов. Бруно стреляет уже на 11-й. Пашка, ты же Паша Крутов. Темная лошадка, забыл? М? Макс. Что? Паша. Самое главное — первый выстрел. Промахнешься, дальше будет сложнее. Поверь мне, как говорится, наслаждайся моментом. Моментом, а не бойся его. Молодец. Давай, удачи. Самая короткая биатлонная гонка у мужчин в олимпийской программе. Спринт 10 километров, 2 огневых рубежа. Сначала стрельба из положения лежа, затем стойка. За каждый промах 150 штрафных метров. И, естественно, нежелательно заходить на эти штрафные круги, потому что время и скорость имеют сегодня ключевое значение. В составе сборной России Павел Крутов, Геннадий Апарин, Владимир Широков и Валерий Устьянцев. Наверное,
По сегодняшним реалиям это наш сильнейший действительно состав. К тренеру Бережному никаких претензий быть не может. Он на протяжении всего этого сезона здорово угадывал, в том числе и нашу эстафетную четверку. Кто-то из болельщиков, наверное, скажет, что и вот в этом составе как-то прорисовывается уже олимпийская эстафета, но давайте не будем забегать далеко вперед. Будем делать выводы чуть позже на повестке дня. Спринт, Крутов, как всегда, очень быстро начинает первый круг. И опять тренеры пытаются его притормозить, а вот у Геннадия Апарина... Я через экран чувствую, как он волнуется. Да кому нахрен сейчас нужно его волнение? На тридцатке сильнейших. Первый огневой рубеж для Павла, первый на Олимпийских играх для нашего дебютанта. Давайте смотреть. Дурак! Вот и чё он разлёгся, а? Чё не стреляет? Время же уходит. Нужно нервы собрать в кулак и дальше бороться. Второй промах. Ну, теперь нужно идти ва-банк. Не тяни! Не тяни, пожалуйста! Не тяни, Паша! Да, конечно, как бы быстро он ни был, но бороться с временем сильнейших... Ребята из сборных команд Франции, Германии, Норвегии будет чудовищно. Наматывает штрафные круги сейчас Крутов, воспитанник Василия Фатеева, легендарного биатлониста, недавно ушедшего от нас. Фатеев воспитал немало перспективных спортсменов, но, как вы знаете, случилась драма. Один из парней случайно выстрелил, и Максим Белоусов стал инвалидом. Но он не сломался, стал тренером. Ну, а Крутов пробился. Слышишь, Сирень, тебя вспомнили. Иносказательно, правда? Павла после Фатеева стал его друг Максим Белоусов. И нужно сказать, что эта история потрясла здесь всех иностранных журналистов в Сочи. Почти на полкилометра увеличил себе дистанцию Крутов. Но так чисто визуально вроде бы сохраняет свежесть. А вот у других наших ребят... Серьезные проблемы. И Геннадий Апарин, и Владимир Широков позволяют соперникам обходить себя одного за другим. Пропускают вперед. Валерий Устьянцев держится в пятерке сильнейших. Но в первую очередь благодаря своей идеальной стрельбе сегодня и Крутов постепенно встает. Ты понимаешь, что это провал? Да? Ну, конечно, разве мог быть другой результат? На Кубке мира вообще. Ни одного этапа не выиграли. На кого ты надеялся? Устьянцев чуть-чуть до бронзы не дотянул. Один чуть не дотянул, другой чуть не добежал. Где парень-то? Вон, обрати внимание, 65-й. У нас двое в десятке, Крутов 15-й. Разница с лидером меньше минуты. Алло, алло. Суши сухари, Петр Сергеевич. А я вас предупреждал. Мы вам все условия, а вы чемпионы недоделанные. Там и Бережной рядом. В общем, передай ему... А, впрочем, ничего не надо передавать. Всему свое время. Паша, мы с тобой договаривались 16 секунд. Ты вообще куда стрелял-то, а? Ты видел мишени? Затмение. Да у тебя мозгов нету, а не затмение. Ты куда так рванул-то, а? За кем? За Бруно? Хотел догнать его? Молодец, поздравляю. Только он третий, а ты 15. Да там... Затмение у него. Да там... Я не по... Туман, Макс. Ну что, ребят, будем реалистами? Съездили на Олимпиаду? Я могу бороться за медаль. Да-да, можешь, можешь, Дома. А ты ему поможешь. Туристы. Доволен? Да, но несмотря ни на что, мы, конечно же, будем дальше поддерживать и болеть за наших спортсменов, так как это делают многочисленные поклонники на... Игорь, 65-й. Что случилось? Разбор полетов... Трасса. Завтра... Сложная оказалась. Дети еще в мазь не попали. Трасса для всех одинаковая. В мазь не попали. А в мишени кто не попал? Дело бросать камень в огород сервис-группы.
К ней не было никаких претензий по ходу нынешнего сезона. Ты что, правда рад 15-му месту? А ты что, сразу медаль хотел? Пашка способен на большее. Нам с тобой легко так рассуждать, сидя на диване. Даже не поехали его туда поддержать. У меня дело. Я не могу уезжать. Отдыхает Скиф. А где отдыхает, никто не знает. Берлоги по всему шарику нарыл, а в какой сидит, неведомо. Я к нему в гости не напрашиваюсь. Номер телефона. Серега, да если знал бы, не сказал бы. Лучше мы давай за упокой души Леши Кувалдина выпьем, ну? У Леши Кувалдина была душа? Новость для меня. Я надеюсь, кабинет не прослушивается. Я не за себя переживаю. Леш, я и сам не рад, что мы ввязались в эту историю, но... Я жучки поставил. Да, да, репутация. Нечего так ухмыляться. Сказали А, договариваем весь алфавит. Маша исполнит заказ, месть брошенной и обиженной женщины. Никто копать не будет, мы чистые и невинные, как младенцы. А ты... Понятно. И ты думаешь, после этого живым уйти отсюда? Денег хочешь? Позвони Скифу и передай ему, что я хочу с ним встретиться. Ты дублер. Надеюсь, не надо объяснять? Нет. Уберешь Машу и Крутого. Все понятно? Понятно. Леша! Понятно. Как-то так. Не трогать. Угу. Активнее, активнее ноги. Давай, 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 давай. Вкатываемся. Хорошо. Хорошо, Борцов. Давай, 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 давай. Активнее ноги на развороте. Макс, она сложная. Я не знаю, что она раньше легкой казалась. Спуск еще этот дурацкий. Что уж сейчас говорить, сложная, легкая. Наше дело комаров кормить. Так, что ты начинаешь, а? Заявят они нас в эстафету. Конечно, заявят, да, после 15-го места. Естественно. Все, доигрались мы с тобой. Собирай чемоданы, едешь домой. Вон Бережной даже не смотрит на нас. Мы ему неинтересны, понятно? О, хорошо. Борцов, ну какого хрена ты обгоняешь Широкова? Кириленко звонил. К вечеру будет здесь. Ну, договаривай. А что договаривать? Что договаривать? Как будто сам не понимаешь. Если эстафету проиграем, выгонит к чертовой матери, имя он не вспомнит. Господи, хоть бы бронзу взять, а то... Борцов, активные ноги на развороте. Ты на какой этап ты его ставишь? На последний, на четвертый, на финал. Он лучше всех отстрелялся. И посвежее других выглядит. А эти туристы что здесь делают? Тебе снегу, что ли, жалко? Ну, пусть тренируются. Твою мать! О, нога? Иван Алексеевич, пора заявлять эстафету. Ну что ты на ушах висишь? Из себя знаем. Нужно заявлять. Роман Алексеевич, кто побежит? Борцов бежать не может. Без вариантов. Перелом лодыжки. А вы-то куда смотрели? Устьянцев, Широков, Опарин. Алиев. Ну? Алиев? Побежит Крутов. Крутов? Да ты с ума сошел? Я тоже против. Побежит Алиев. Побежит Крутов. Всю ответственность я беру на себя. Этот лузер никогда.
Так и заберешь без автографа. Пусть остается. Четвертый этап. Побежишь ты. Вот так. Такая вот веселенькая история. Что-то продал, что-то так отдал. Бизнес, все. Просто... Яна ушла, и все стало как-то противно. Бизнес, деньги, власть. Неинтересно. Так что дал себе пинка под зад, ткнул пальцем в шарик. Испания. Думал с нашими со всеми попрощаться. Пашка, Макс, Борька. Но у них же Олимп. Только ты остался. Вот и помаши Антоше ручкой. Смотри. Скиф один не ходит. Говорит и показывает Олимпийский Сочи. Сегодня последний вид биатлонной программы. Мужская эстафета 4 по 7,5 километров с двумя огневыми рубежами для каждого участника. Стартовый протокол расставил несколько небезынтересных акцентов. В частности, на первый этап заявлен Геннадий Апарин, который никак не может занести себе эту Олимпиаду в актив. Владимир Широков побежит на втором этапе, на третьем Валерий Устьянцев. Ну и на заключительном, четвертом, наш дебютант Павел Крутов. И это весьма неожиданное тренерское решение, я вам скажу. Хочется верить, что лимит неудач наша сборная на самом деле исчерпала. Итак, Апарин. Его первый этап. Конечно, много было претензий к этому биатлонисту, и болельщики едва ли не после первого дня, после спринтерской гонки, вынуждали тренерский штаб исключить его из национальной команды и не давать больше бежать ни одной гонки, но он заслужил своим авторитетом, заслужил своими регалиями быть в сегодняшней олимпийской эстафете. Пришел на рубеж вместе с лидерами, и пока что неплохо складывается для него стрельба. 4 попал, ну а пятым выстрелом мажет. Мажет, берет дополнительный. Ветер усилился, как слышно меня. Порыв ветра. И, возможно, стоит сделать сейчас небольшую поправку. Лидеры уходят. Отставание от команд Норвегии. Пятый выстрел габарит на полшестого. Пусть прибавит ход и аккуратнее на спусках. 15 секунд. И это, конечно, не очень хорошая новость для наших поклонников биатлона на Лауре. Они, тем не менее, продолжают болеть за наших. Здесь, вы знаете, по флагам, по баннерам можно изучать, наверное, географию нашей страны. Гонят сейчас Апарина к передаче эстафеты. Ушли уже норвежцы, ушли немцы, ушли итальянцы, ушли австрийцы. И вот только-только Владимиру Широкову Геннадий Апарин передает виртуальную эстафетную палочку. Есть мнение, что
второй этап, он в какой-то степени проходной, потому что считается, что на нем главное не упасть и не промахнуться, но я бы так не сказал. На Широкове сейчас очень высокая ответственность, и он с первых метров берет очень высокий темп, пытаясь приблизиться к лидерам, пытаясь максимум отыграть. Но вот уже и стойка, и мы видим, что вместе с первыми командами начинает стрельбу Владимир Широков. Четыре выстрела попало, а пятым промазал. И повторяется практически история Опарина. И возвращается вот то самое отставание, которое сформировалось после первого этапа. Опять же впереди команды Германии и Норвегии. Это Павел Крутов. Понятно, что волнение просто зашкаливает. Очень велика ответственность. Такой этап доверили на Олимпийских играх человеку, которого в прошлом сезоне никто не видел и не знал. Итак, Германия, за ней Норвегия. Здесь же и команда Франции со знаменитыми братьями Дестью. Команда Австрии. Валерий Устьянцев. На него сейчас устремлены взгляды многочисленной, многомиллионной армии поклонников биатлона в нашей стране. Третий этап, наоборот, считается одним из самых важных в эстафете. Каким уйдет на трассу Крутов? Вот сейчас, наверное, основной вопрос для наших болельщиков. Стрельба из положения стоя. Здесь нужно не суетиться, четко сделать свою работу. Золотые медальные надежды. И не откладывая дело в долгий ящик, пытается на этом подъеме обойти французского биатлониста. И происходит падение. Бог ты мой. Похоже, что биатлонный бог решил испытать нашу команду на прочность. По полной программе нужно подниматься. Секунды уходят. Ну, Валера, давай, давай, нужно догонять. Нужно снова отыгрывать. Снова отыгрывать это отставание. Легендарный Бруно Шнайдер. Человек, который выиграл и в Сочи свое олимпийское золото. Такое впечатление, что возраст над ним не властен. И, кстати говоря, он уже заявил о том, что даже после Сочи продолжит выступать. Легенда. Живая легенда, самый титулованный биатлонист за всю историю этого вида спорта. На второй позиции команда Норвегии, третьи австрийцы. Здесь еще и сенсация сегодняшней гонки, сборная команды Швейцарии. Ну и ждет своего, возможно, звездного часа наша надежда. Отправляется на дистанцию Павел Крутов. Велико, что и говорить, давайте честно признаемся, но в биатлоне случались довольно часто чудеса. И мы верим в это чудо, что оно произойдет и здесь, в Сочи. Наша отечественная биатлонная команда в истории Олимпиад еще никогда не оставалась без золота. Хочется верить, хочется изо всех сил, что мы получим сегодня награду высшей пробы, и эта золотая нить не прервется. Снова первый круг. Очень быстро начинает Крутов. Очень быстро. Только снег. Пусть Паша сбавит темп. Не надо рвать. И собственная психология. Больше ничего. Поблизости никого. Но, может быть, для Павла это и сейчас и хорошо. Чтобы не цеплялся за кого-то. Чтобы не было ориентиров. Чтобы не сбивался с собственного ритма. Что происходит? Что происходит? Неужели кончаются силы? Словно темнеет в глазах у спортсмена. Ну и чего разлегся?
Беги, догоняй! Бать! Пошел, пошел, пошел! Да нет, такое впечатление, что это была небольшая такая перезагрузка у Крутого. И он снова включает повышенную передачу. И сокращает, постепенно сокращает отставание от сборных Германии и Норвегии. Да, на тропе войны Павел Крутов и его, похоже, не остановить. Ну и нужно сконцентрироваться на последней стрельбе. Нужно следить за дыханием, слушать свой организм. Вот тут очень интересная дуэль нас ожидает. Помните, как на одном из предолимпийских этапов Шнайдер очень грамотно, с позиции своего опыта, на финише буквально обыграл российского биатлониста, пусть и в битве за бронзовую медаль. Начинает с центра, как всегда. Свой фирменный стиль демонстрирует немец. Две мишени закрыл. По скорострельности не уступает ему Крутов. И практически синхронно они уже стреляют. Последняя незакрытая мишень. Нервы натянуты до предела. Есть, попал Шнайдер. Чем ответит Крутов? Ну давай, не тяни, родной, давай. Стреляй, пожалуйста, Паша, стреляй. Вот это был мой последний шанс. Патрон заклинило в винтовке, и я не стал олимпийским чемпионом. Сделай за меня этот выстрел, Паша. Попал! Попал! И это отставание отыгрываемое! То, что сегодня показывает Крутов, это не поддается никакому объяснению. Он уже, наверное, в 5-6 секундах от Шнайдера, а после ухода с рубежа было больше 10. В этот подъем вгрызается в снег российский биатлонист, и в этой толпе болельщиков пытается по параллельной лыжне обойти своего конкурента, не откладывая дело в долгий ящик и не откладывая дело до выяснения отношений на финишной прямой. Сидит на плечах. Норвежец уже не конкурент. И вот они, спортсмены, появляются на стадионе. Остался всего лишь один вираж. Один поворот. Здесь нужно войти. Давай, Паша, давай! Ты терпи, милый родной. Шнайдер по-прежнему впереди. Давай, 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 давай! Вырвайте эту победу, которая так нам нужна сейчас. Последние метры дистанции. Финишируют вместе. Финишируют вместе. И я думаю, что сейчас все будет решаться по фотофинишу. Вот этот повтор не дает четкой картины. Все замерли, буквально все, и на стадионе. И я уверен, сейчас у телеэкранов все наши болельщики. Шнайдер вскидывает победоносно руки вверх. Ну, не слишком ли рано, Бруно? Давайте дождемся все-таки итогов этого разбирательства. Судьи сейчас буквально по сантиметру разбирают этот фотофиниш и пытаются понять, чей же ботинок пересек финишную черту первым. Уже нервы сдают! Победителя и второго призера будут разделять десятые доли секунды. Мы победили, мы чемпионы! Это победа! Сборная России наконец-то взяла свое золото! Там, в своем кармане бумагу, ножницы или камень. Это кристаллы соли, ладони колят. Или это осколки фантомной боли. Надо было держать себя под контролем. Ну а я, как назло, стер пароли. Заблокировал в легкую все консоли. Больше нет прав, нет монополий. Возьму теперь то, что внутри выброшу. Я и так не живу, не дышу. Я устал, мама, окей, память чиста. Мои сны, бумага сгорят до тла. Что ты прячешь в своем кармане? Россия, вперед!
Это талисман? Это... Это, короче, патрон. Моего тренера Василия Фатеева. Он... Была осечка, и он не сделал последний выстрел. Не стал олимпийским чемпионом. Я сделал последний выстрел. Это не моя медаль. Это медаль Максима Белоусова. Сергея Михеева. Бори Шанца. Маши Сениной. И тренера моего Василия Фатеева. Вот. Маша, you are very good sportsman. Спасибо. Да. Сильный. Mensch, du warst gut, echt gut. Молодец, сынок. Вообще все молодцы. Я тебя поздравляю. Позвони Пашке-то, вообще не подобраться. Дайте поцелую. Спасибо, сынок. Спасибо. Алло, Москва? Давай, Паш, давай. На нем. Парни, парни, парни. Ну что, вы как маленький. Ну что, готов? Да. Паш. Ну что, Максим Викторович, поздравляю тебя с первым твоим олимпийским чемпионом. Спасибо тебе. Я надеюсь, ты понимаешь, что это только начало. Молодец. Спасибо.
засыпаю в объятиях бессонниц. И так бессовестно, так неистово скулю, как будто пес на присне. Что скажешь? Снайпер стрелял. Характерный почерк. Кувалду точно так завалили. Висяк. Спасибо.